только что помыл. Глядите на эту красоту. Чистенький был. Вообще как надо. Просто чистота и была. А теперь нет. Здорово! Да, тоже чистый. Будет вообще грязный, как моя. Ну, как да. Слушай, если типа забыть, что ты человек, да. О, здрасте. Если забыть такое чувство, как стыд и другую херню, можно получать удовольствие от такого катания, бля. Такой смешной асфальт, да? На нем лужи собираются, как масло. Ребят, протектор, короче, лужи поднимает. И у меня такое ощущение, что я, когда мимо людей проезжаю, их обливаю. И походу оно так и есть. Ну что, я скажу, это весело. В такую погоду вот приятно по городу ездить. И людей почти нет. Да, да. Вот людей нет, тут вообще кайф. Ну что, ребятушки, вообще людей мало. А улицы, ну, типа, дорожки чистые. Воздух свежий и вообще нормально, да? Короче, я подумал, типа, велосипед я намыл, смазал, он как новый. У нас ливни пошли. Думаю, бля, что за несправедливость? Да езжай, езжай, блядь. Что я мог? Не, ну эмоции, когда ты в лужу въезжаешь, ты, короче, телепортируешься куда-то, где охеренно. И такой, да! Доехали мы до первой городской беседки. Если так представить, то вообще офигенная, да, погода. Когда по лужам едешь, да, не жарко. И прям, ну прям офигенно, короче. Сейчас у меня будут отсасывать. Ну, когда у вас есть гидратор, сосут вас все. Ну, не знаю, почему мы так раньше не делали, когда ты по лужам едешь, такие ощущения, ну, короче, очень крутые ощущения. Прям дикая радость. Ну, велосипеды, кстати, я думал, будут грязнее на самом деле. Но это пока до того момента, как мы заедем, короче, в лес. Если мы, короче, туда заедем, конечно. А вот, собственно, мой драндулет. Вполне чистый. Короче, ребят, потеряла, блядь, крутилку от камеры. Это была жопа. Мы, короче, стояли у беседки. Беседка вся раскопана, разломана. И кругом, короче, быдлота ходит. А я потерял, типа, крепление от камеры. Такой винт длинный. Мы такие, короче, стоим, ищем. Там все разломано, раскопано. Он подходит такой, ну, один из этих индивидуумов. И говорит, там нет, нихуя. Ну, я, короче, дальше искать стал. Знаете что, я ее поставил на лавочку. Она просто скатилась под нее и лежала в траве. Мы искали ее, наверное, минут 30. На самом деле это неприятно, когда тебя принимают за наркомана. Конечно, совсем не то. Но ты типа законопослушный гражданин. И закладки тебе не нужны. Но вообще после дождя зелень такая темно-зеленая. И запахи все обновленные. Обычно пылью какой-то пахнет, сейчас вообще найс. Жалко, только луж нету, а так лучше не придумать. Короче, Роман захотел заценить свой накат, он до сих пор катится. Ну, нормальный накат. Сейчас, короче, подъем пошел. Мы его взяли. Не знаю, просто захотелось сегодня покататься под дождем. Дождя, конечно, нет, но почему бы не покататься, да? Вот эта, кстати, дорожка, она считается велосипедной, и по ней довольно-таки часто люди ездят. Ну, когда сухо. Сейчас будет подъем, надо его взять.
кураже. Погода ему нравится, и он гонит. Молодец, пацан. Да, луж нету, жалко, да? Придется искать. Нормальная история. Так, погода продолжает радовать. Ветер теплый. Правда, луж нету, как я хотел. Я думаю, они прибудут еще, и нам будет совсем круто. Но, кстати, намного лучше ездить, чем в жару дикую. Вот, например, когда мы сотку ездили, или когда мы с тобой вечером ездили, да? Вообще была дичь полнейшая. А сейчас вообще круто. Вот, так что катайте в любую погоду. Ну, в любую разумную погоду. Поначалу, конечно... Да. Поначалу было, конечно, непонятно и страшно даже, но когда ты раскатаешься, один разок по луже проедешь, то ты понимаешь, что ну что, реально круто и весело, и счастье прибавляется. Ну, короче, ты себя чувствуешь как в детстве. Главное, типа, не думать, что о тебе думают другие, это вообще похеру, конечно. Подъем, ребят. Заеду, не заеду, как думаете? С накатом, конечно, не вышло, но и так нормально. Лол. Короче, ситуация у нас какая? Дождя нет, луж нет. Меня это категорически не устраивает. Я хочу, чтобы был дождь, лужи, ветер и садомия. Я надеюсь, что с той стороны, там у нас Волга, придет великий дождь и нас помоет. Но я очень сильно на это надеюсь, потому что без дождя неинтересно. Рома там вообще в кайфе. Как бы я сказал, Волга волнуется, да? Просто я думал, что мы пойдем под дождь, ну прям под дикий. Пойдем. Но дождя нету. Ну, в принципе, весело и так. Да. Ну, такое себе. А, тут скользко. Блин. Блин, как я отсюда уеду? А, ну ладно. Как я отсюда уеду? Да никак. Я как раз хотел кроссовки постирать. Ситуация такова, что нам хорошо. Я думаю, это просто красиво. Подкатывай сюда, человечек. Да, сейчас мне нравится. Да. Нормальные водоросли, ребят? Кстати, похоже на ковер. Они такие, как бы, как нитки. В общем, ждем дождь. Я хочу дождь. А дождь у нас вот где-то с той стороны. Блин, я очень сильно надеюсь, что, как бы, придет дождь, придет. Лучше нет идеи, чем жрать шоколад вот в таком месте. Ну а все знают, что шоколад для велосипедиста это движение, как бы. Вот такой вид. Thank you.
Смотри, очень легко и прям вот так рукой, видишь? Смотри, я могу снять. Это стандартный или покупал? Стандартный. А, да? Ребята, мы, короче, не нашли дождя, не нашли веселья, нашли только ветер и ничего. Ну, это отлички. Ну, да. Короче, оттуда и оттуда к нам ничего не пришло. Мы хотели дождя сильного, он нас как бы, ну, не обрадовал. Теперь мы спокойненько едем домой. Бешеный, блядь.